Мы в ответе за тех, кого приручили. Но некоторым выбросить питомца на улицу проще, чем его воспитывать. Наша землячка Наталья Бочкарева считает, что таких людей нужно привлекать к ответственности. Звезда телесериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева и уроженка нашего города выступила против живодерства и усыпления бездомных животных. Актриса выложила соответствующий пост на своей странице в Инстаграм. Наталья Бочкарева считает, что люди все чаще отказываются брать за себя ответственность, поэтому брошенных животных становится все больше. Лучше бы писали законы, где утверждается, что правительство должно финансово обеспечивать приюты бездомных животных, снабжать их питанием, водой и лекарствами, искать им новый дом. Люди, не будьте равнодушными. Давайте докажем, что в нашей стране все равны. И важны, и даже собачки и кошечки, которых оставили на улице. Наталья Бочкарева подчеркнула, что выступает за введение в России ответственности для владельцев заброшенных на улицу питомцев. К своему посту актриса добавила фотографию своего пса Печорика. Эту собаку Бочкарева когда-то приютила. В социальных сетях Наталья делилась историей появления Печорика в их семье. Их встреча произошла во время поездки в Псково-Печорский монастырь. Актриса путешествовала вместе со своей дочерью Машей. В какой-то момент к девочке подбежал бездомный щенок. Наталья посчитала, что он сам выбрал их, поэтому разрешила Маше взять собаку домой.